Здравствуйте, с вами Людмила Данильна и рубрика «Гости редакции». И сегодня у нас в гостях самарский скульптор Николай Куклев. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте. Расскажите сначала о самых известных ваших работах. Ну, за последний год мы поставили еще скульптуру Николая Чудотворца Верлитийского, Чекового Арцебушева. Угу. Там маленький переулочек, ну, там знаковая довольно скульптура стоит уже в бронзе. Вот. Но это по городу за последнее время так. В принципе, я же работаю не один, со мной целая семья, это семейное наше предприятие. Брат, отец, жена, друзья. Поэтому как бы автором-то да, но скорее большая часть остальных работ за автор. А над каким арт-объектом работали наибольшее количество времени? А какой делали в рекордно короткие сроки и почему так пришлось? Все наши арт-объекты, которые мы делали, они все сделаны в рекордно короткие сроки. Потому что, ну, когда люди приходят к нам, обращаются с тем, что мы хотим сделать скульптуру, и, как правило, скульптура нужна вчера. Поэтому у нас и коллектив такой большой, что мы можем быстро все это делать. Тогда над чем работали прям вот в цейтноте? Над всеми. У нас, сколько я помню, ни одной работы не было, чтобы у нас был вагон времени. Всегда вот цейтнот такой вот. Ну вот, правда, с Николаем Чудотворцем там у нас время было все-таки. Ну, он тоже быстро сделали очень. То есть, в принципе, все эти работы нужно делать, ну, в течение там, год. Мы это делаем самые большие полгода. Расскажите о бравом солдате Швейке, сколько над ним работали и какие сложности возникли? Ну, вы знаете, мы над ним начали работать еще весной. То есть, ну, там было несколько заседаний культурной Самары, несколько эскизов было, три эскиза было на эту скульптуру. На самом деле, в этом романе как бы много таких интересных моментов есть. Но, на наш взгляд, что вот этот вот человек, который курит трубку, сидит на бочке с порохом, помимо того, что там много других ассоциаций вызывает, отражает как бы ситуацию сегодняшнюю, как и много лет назад, как, в общем, как всегда. Все человечество все время сидит на бочке с порохом, с трубкой. В последнее время жители Самары говорят о том, что в городе уже довольно много скульптур героям литературы и кино, и нужно увековечивать память жителей Самары, которые прославили город на всю страну или на весь мир. Как вы относитесь к этой идее? И каких арт-объектов, на ваш взгляд, не хватает в Самаре? Ну, сказать, что в Самаре много скульптур, это может только человек, который не понимает суть вопроса. В нашем городе несказанно мало скульптуры, потому что сама вся слово скульптура несет в себе уже культуру. Мы судим о, скажем, цивилизации, которые прошли только по изобразительному искусству. Вот это греческая скульптура, римская скульптура до нас дошла, какие-то фрески. Потом в Возрождение уже живопись пошла. А вот все, что дальше было, до нас дошла только архитектура и скульптура. Поэтому сказать, что у нас ее мало, у нас ее нет практически. Это какие-то крошки какие-то по городу рассыпаны, мы стараемся, чтобы было больше. Где, на ваш взгляд, необходимо установить и что? Любая точка в городе требует облагораживания. Поэтому сказать, что вот здесь нужнее, чем вон там, наверное, нет. Везде нужно просто проекты готовить. У нас есть несколько проектов по облагораживанию. У нас есть проекты скверов, памятников, которые в данный момент, ну, в упадке в таком, незаслуженном. Несколько лет назад к нам обратились из муниципалитета с тем, что мы разработали сквер ветеранов на 116 километре. Мы его разработали, мы сделали расчеты, 3D-модель, парковую зону рассчитали, все сделали. Напечатали большой альбом, положили на стол главе. А потом глава сменилась, а новой главе пока не до этого. У нас есть проект «Сверх космонавтики», например, это на улице Победа. Тоже у нас этот проект готовый, лежит, причем со скульптурами, с зоной отдыха, с благоустройством. Тоже есть этот готовый проект. В парке Гагарина у нас тоже есть проект, комплекс памятника у нас был. У нас несколько лет назад проводился конкурс на создание памятника необоснованным репрессиям жертвам необоснованных репрессий. Мы тоже сделали проект, он достаточно масштабный такой. Вот тоже есть готовый проект по воплощению. Правда, там поставили скульптуру другую, которая выиграла тот конкурс. В любом случае поставили. А наш проект есть. Ну, в другом месте можно поставить. А есть ли у вас в задумках сделать скульптуру какого-нибудь известного самарца или героя литературы или кино, но пока работа по каким-то причинам откладывается? Ну, мы давно хотели сделать памятник Засекину. А кроме Засекина? Начнем с Засекина, потому что основание города началось с него. Так будем решать вопросы по мере поступления вопросов.
Началось все за Осетина. Ну, я просто не знаю, что было раньше. Кому можно было раньше? За Осетин. Очень яркая фигура, если как бы перепрыгивать через него, неправильно. Вот поставим памятник за Осетину. Возьмемся с других замечательных людей, там, Алабина, Головкина, прочих. Кого вы считаете необходимым увековечивать в первую очередь? Героев литературы, кино, искусства или, может быть, все-таки великих самарцев или великих, ну, живущих в прошлом я людей? Я думаю, приоритеты мои, я все считаю, в первую очередь надо увековечивать реальных людей, которые реально что-то сделали для города. Потом уже, когда мы всех охватим, всех этих прекрасных людей мы увековечим, запечатлим для потомков их образы, деяния, тогда может быть переходить к литературным героям. Опять же, которые, на мой взгляд, прошли какой-то вот ценз временной, что они вот не Гарри Поттер, например, которого там несколько лет назад родился, но для нас известен стал, а личности, которые оставили след, ну, более длительный там. И чем больше этого, как бы, период времени мы помним этого героя, значит, тем больше он застроен для того, чтобы его увековечивать. А что касается киногероев, я вообще считаю, что кинематограф уже как бы достоин того, что это мы просто посмотрели. Ставить киногероям памятники, на мой взгляд, не актуально в данный момент. Спасибо за то, что были с нами. До встречи на 63.ру.